Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у нас такий надзвичайний гість і гостя, тобто їх двоє. Сьогодні просто у нас експеримент в студії. І будемо ми говорити про любов до тварин і не тільки. З психологом Галиною Оріховою і її улюбленим котиком, якого ми тільки що назвали Тихон. Да, буде Тихоном. Галя, от скажи, будь ласка, чому все-таки люди поділяються на тих, хто любить тварин, і тих, хто їх взагалі не сприймає? Це якось з точки зору психології можна пояснити? Можна і з точки зору психології пояснити, і не тільки з точки зору психології. Взагалі для того, щоб любити, потрібно бути чоловіком відкритим, який вміє і віддавати любов, і приймати любов. Потому что с собаками, с кошками домашними по-другому невозможно. Либо ты человек открытый и даришь им любовь, они это чувствуют. Ну, а дивіться, тебе... от як його любити, як він же бере і тебе кусається, ну, ця тихонька. Он кусает сейчас меня, потому что таким образом дает мне знак, что он слегка в стрессе, что он не хочет. В цій студії, під абажуром. Да, да, да. Но я его просила показать свою мордочку. Слухай, загризе. Поки ми з тобою будемо говорити, чому? Ні, не загризе. Он укусив мене за одежду, но не за руку. Он в стресі, і он так, ну, як малыш, видите, он ще малыш, он не кот, он малыш. Все, 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 все. Все, мой хороший, все. Ну, от бачиш, такого ми точно ще тут не переживали, Галю. В цій студії ще не було котів і собак. І ось нарешті. Так все-таки, як з точки зору психології можна пояснити оцю нелюбов до тварин? Чаще всего это люди неоткрытые, которые не умеют понимать себя, свои чувства, дарить любовь. Это чувство, которое ты даришь безусловно, без каких-либо условностей. Приходишь домой, тебе вот такое маленькое чудо встречает, и вся усталость дня, настроение плохое какое было. Ну, хочешь, я тебя отпущу, малыш, ну все. Да, все, отпускай тихоню, отпускай. Ну иди, вот я его отпустила. И всю усталость, всю тревогу, все, что случалось за день, все, успокойся. Все, это страшна помста за то, что мы его взяли и проволокли в эту студию. Так, ти я такого покусана, не видела. Ти будеш покусана вся. Малыш, мы будем что-то вообще снимать? Вот мы сейчас про любовь. Скажи, пожалуйста, это любовь? Ты дома как меня муркаешь? Ты дома как меня любишь? А вот тут что такое? Ну, от бачиш, багато хто розуміє, що тварини – це відповідальність, по-перше, і багато всяких незручностей. Вони можуть там щось подряпати, побити. І чому людям важливіше матеріальне, ніж та любов, яку вони дають? О, в тому числі, от бачиш, от зараз, наприклад, ми вже практично позбуваємось цієї гарненької блузки, тому що вона покусана повністю. Нет, все эти блузки, это все материальное, что-то подертый ковер или подертая мебель, не сравнение с тем, что они нам дарят. Еще раз говорю, возвращаешься домой, с работы, открываешь дверь, а там безусловная любовь собачки или безусловная любовь кошки. Самый уставший человек, самый тяжелый день. Исчезают в миг, потому что ты улыбаешься. Потому что дома есть кто-то, кто тебя безусловно ждет. Кошки, собаки, домашние. Понимаете, вообще в психологии вербальная часть коммуникации относится только 10% общения. Вот то, что мы сейчас с вами говорим, только 10% общения мы понимаем на вербальном уровне. Тобто все інше – це дотики. Да. Это глаза, это жесты, это запахи, это звуки, это мимика, это тело. И вот разница в общении между нами, людьми и животными, это то, что они нас
чуть-чуть напоминает, что мы являемся тоже существами природными. И мы учимся... А не только homo sapiens, да, sapiens, да, правда? Мы с помощью них учимся говорить на невербальном уровне, на уровне тела, на уровне души, на уровне эмоций, на уровне чувств, нарабатывая себе то, о чем мы забываем в повседневной жизни, на работе в том числе, что мы общаемся чувствами, эмоциями, запахами, словами, интонациями, глазами на 90%. Тобто слова фактично це не так важливо. Ні, не так важливо. Вони в комунікації вони займають роль на 10-12% і не більше. Ну, дивись, іменно тепер поэтому... бачиш, ліг тут, а вже побіг. Ну, у нас, мені здається, це класно, воно оживляє принаймні наш ефір. Да, я люблю всех домашних животных. Еще если так, продолжить тему психологии животных, то впервые Фройд внес в психоанализ такое понятие, как тотемизм. Это означает, что, ведомое понятие. Да, это означает, что человеку, которому не хватает какое-либо качество, он выбирает себе как тотем какое-то животное. Ну, образ. Да. Это может быть образ, а это может быть какое-то животное, это может быть конкретно реальное животное. Ну, потому что він, цей тотем наділений певними рисами, які так. Хоче бачити в собі людина. Да, да. Например, от обезьяны мы берем такую хитрость, от кошки берем бы умение ластиться. Да, я думаю, что от кицьки мы берем незалежність, это найголовніше. Да, это я и хотела сказать, что я читала когда-то исследование в этой области. Так вот, собачники, то есть те люди, которые больше любят собак, на 30% больше любят людей, чем все остальные. Те, которые больше любят кошек, кошатники, так называемые, это люди, которые... Это какие-то собі такие интроверты, которые сами в собі и думают, о, как хорошо с котиком посидеть, мы такие независимые. Которые нарабатывают себе на самом деле независимость, такую черту с характером, как кошка гуляет сама по себе. Когда-то давным-давно, когда я читала эти исследования, что тут відбувається. Я вспомнила про вас, потому что такая кошатница, Таня. Так, є таке діло. Хоч насправді я однаково люблю і котів, і собак. Я не знаю, до кого тепер вже себе віднести. Не знаю. Я теж відома в кругу сім'ї, теж така кошатниця. З самого дитинства дочка не говорила на мене, тільки мама. Вона говорила, мама кошка. І так я мама кошка залишилась до сих пор. Ну, так, я теж пам'ятаю, коли я в дитинстві лазила, у мене в дідуся було на горищі, там таке сіно, і там, як правило, котята були. І я от там цілими днями з тими котенятами гралася. Це було взагалі найкраще грання в світі, тому що це були мої котики. Конечно, кошки и собаки, не только кошки и собаки, вообще многие животные обладают таким эффектом, как лечить людей. Ну, мне кажется, что это перебільшення, чи все-таки это правда? Нет. Вот смотрите, тот же эффект тотемизма, да, когда мы сравниваем себя или любим какое-то животное, нарабатывая себе какие-то черты его характера, Фройд называл домашней психотерапией. Да, у лошади мы учились выносливости, у собаки учились преданности, у кошки учились независимости, ну и так далее, да. У змеи можно научиться изворотливости, кстати. Если... Ну, а как же мудрость у тебя? Зміїна. Не знаю, в чому зміїна мудрість проявляється. Ось цікаво. Треба ще про це подумати. В чому мудрість змії? Не знаю, в чому мудрість змії. Цікаво тих, хто вибирає тотем змія. Наверно, мудрість змії в тому, що вона може дуже довго чекати і дуже добре приспосаблюватися, адаптуватися. Ведь она, змія має такий цвіт кожи, як має окружающий мир. І от це її вміння адаптуватися, бути під окружающий мир, зливатися з ним, бути ідентичною. Ну, почекай, ну це ж не хамелеон. Якби був тотем хамелеону, так от. От можна вже говорити, що він зовсім, а в змії все-таки щось трошки інше. Ну, не знаю, треба ще подумати. Може бути видержка, з якої змія чекає. Якщо взяти з домашніх животних, то птиці більше розвивають в людях, у яких домашні птиці,
творчество. Творчество пташки? Да, а да. Чего? Творчество, потому что они вызывают в людях такой процесс, как вдохновление, творчество, такое чуть детство, да, ощущение детства, ребячества, когда мы слегка наивны и верим, что все в жизни можно ну, сделать, все, ну, в жизни подвластно. Цікаво, бачу, я ніколи б не подумала, що якісь власники попугайчиків, да, таким чином розвивають свою творчу сторону. Если говорить про мудрость, как раз вот черепаха, как домашнее животное, больше вот такая мудрость, кстати, изобилие, она считается в восточном понимание как единство неба и земли, потому что ее панцирь рассматривается как небо, а земля как ее, ну, нижняя часть, да? И вот единство неба и земли считается черепахой, и она наделяет людей, домашних, вот такой качеством, развитием такого качества, как мудрость. Ну, але ж це все одно не лікування. Це фактично, як би так сказати, навчання, можливо, назвати. Але це не лікування. А в чому ж лікування? Ти приходиш домой уставши, і ти улыбаєшся. Разве це не психотерапевтичний ефект? Це вже лічебний ефект. Ну, так, но, так. Кроме того, ти граєшся. Ты играешься, ты забываешь про все свои ну, там, невзгоды, проблемы и так далее. Еще в конце 19 века были очень серьезные научные исследования, которые открыли такое понятие на сегодняшний день, как биополе. Так. Я расскажу вам очень интересный факт, который когда-то, когда я прочитала, поразил меня. Біополі є у кожного живого существа. Я бачу, що Тихон любить дуже нашого оператора Юру Черевичника. Він з ним постійно грається, от глядачі наші не бачать, але зараз там відбувається таке собі життя біля камери, біля дротів. Тобто у нас позитив. Я думаю, що він може бути тут ваш місний запросто. Надо котика вам завести, і буде весело всім. Так, точно. Не будемо знімати програми, будемо гратися з котиками. Так все-таки так повернемося до біополя. Так, да, ісследування і відкриття такого поняття, як біополе, в кінці 19 века, показало, що біополе є у абсолютно любого живого существа. Да. Что касается домашних животных, когда-то эти исследования, когда я прочитала, для меня это было очень большое осознание. Я всегда знала, что душа – это та субстанция, которая состоит из одинаковых, одинаково у всех живых существ. Це щось схоже на… Є така течія, до речі, в Індії, джайнізм, може, ти чула? Джайнізм. Угу. Він говорить про те, що все в світі воно ділиться на живе і неживе, тобто на душу і не душу. І джайністи ходять навіть в таких покривалах для того, щоб випадково якусь мушку не проковтнути. Тобто вони настільки ставляться до всього живого, передбачаючи, що всього живого є душа, тобто в тварин теж є душа. Це цікаво, чому я про це говорю, тому що в мене моєї подружки в Канаді син дуже любив свого Фігаро, котика, на жаль, він уже помер, і він постійно у священника питав, а от пане священнику, а чи буде мій Фігаро на небесах? Тобто це його було головне питання в вірі Бога, це те, чи буде його Фігаро на небесах. Столько лет общаюсь, и имея домашнего и кота, любимца, и собаку, я теперь точно знаю, что душа состоит у всех из одной и той же субстанции. И у кошек, и у собак, и у всех живых существ, и у людей. Ну, тобто Фігаро буде на небесах? Тобто, може, він вже на небесах? Я думаю, что да. Тем более можно это верить и как психотерапевтический эффект. Так вот, открытие для меня было то, что биополе домашних питомцев, кошек и собак, лошадей, ну, дельфинов это вообще не оговаривается, намного больше, чем биополе человека. Поэтому не они у нас есть, это мы у них есть. Каждый человек, каждый хозяин своего животного входит в биополе животного. И відбувається якийсь терапевтичний ефект. Так. Кошки работают больше как, ну, можно так поделить на негативное, как очищающий элемент, как докторы, как санитары для человека. А собаки, оказывается, аккумуляторы позитивной энергии.
Ага. Они настолько аккумулируют позитивную энергию, когда уже вот, приходит домой хозяин, они в своем биополе его настолько окружают, они лечат сосудистые, сердечно-сосудистые заболевания, депрессии, все, что касается опорно-двигательного аппарата, все, что касается неврозов, ну, плохого настроения и так далее. Ну, да, поганый настрой. Смотрите, терапевтические эффекты, да. Это когда мой муж таки гуляет два раза в день с собакой. И никак не по часу, и не по полчаса. Разве это без собаки можно его вытащить на прогулку на 2-3 часа? Нет. А, то це взагалі так просто. Виявляється, просто погуляв і от отримав терапевтичний ефект. Ну, але просто. Я знаю деякі історії, от принаймні перед програмою, ти мені говорила про те, що є якісь от справді як лікувальні собаки, які можуть дітей з аутизмом, якимось чином. Як взагалі відбувається це лікування? Якщо в общем говорити, це направлення називається анімалотерапія. Что лечение дельфинами, что лечение собаками, что лечение кошками, кони. Что кони, так. И я рассказывала про то, что у нас на Украине есть европейский сертифицированная собака, лабрадор, канестерапевт. Она имеет такую европейскую сертификацию, что она не ездит в багажном отделении в самолете, она ездит в самолете на уровне людей. Что, серьезно? Да, серьезно. Безусловно, что таких собак отбирают очень тщательно. Ну, не каждая лошадь может лікувати. И так само не то, чому її саме обрали? Це ж якісь треба все-таки риси, як і в кожної людини є свої здібності, так і в кожної тварини. Так, да. Є більш активні, більш холерики, більш меланхоліки, є більш відкриті, є більш дружелюбні. Безусловно, що бойцовські собаки, з них не виходить канестерапевти. У них інше призначення. У них призначення агресія, відвоювати, охороняти хазяїна. Совсем інше діло. Лабрадори відомі в світі породи. Це такі сімейні пси. Ну, вони не просто сімейні, вони антиаллергенні собаки, вони можуть лечити астму. И они, из них получаются самые лучшие в мире поводыри слепых людей. Вот опять возвращаемся к тому, что вербальное общение только 10%. Да. Как общается слепой человек или ребенок аутизм с собакой? На уровне тела. Я не знаю. На уровне тела. Так общается и лошадь, так общается и дельфин. На уровне тела. Телесно слепой человек получает сигнал, надо повернуть вправо, надо повернуть влево. И тогда у человека развиваются больше кинестетические ощущения мира. А развивая свои кинестетические ощущения мира, мы развиваем свое тело и лечим его в это время, потому что мы начинаем понимать. Так запускаются механизмы самосохранения, механизмы самолечения. Вибудовується цілісність людини, да, в принципе. Да, так? Да, да. Мы тогда живем не только на уровне разума, мышления, логики, а на уровне чувств, открывая в себе то, что в нас заложено огромные программы самоизлечения. И запустить эти программы, начинать понимать себя, помогают именно кошки и собаки. Ну, цікаво, все-таки те, що стосується аутизму, яким чином взагалі це відбувається? Ну, собака грається з цією дитиною, що вона робить? Это поразительный факт, насколько, обладая очень высокоразвитым чутьем. У нас там якраз іде активна гра. Да. Активна гра, і от хвістики, я думаю, що якраз ми бачимо хвіст на екрані. Так, так. Удивительно то, что как лошади, так и дельфины, так и вот эта собака-канестерапевт, про которую я вам говорю, она за 5-10 секунд до приступа аутиста, она это чувствует. Я не знаю как. Наверное, нужно развивать эти способности у них. В людях. Да. В людях. Да, да, потому что они есть и в людях. Она чувствует за 5-10 секунд, что начнется приступ у аутиста. И очень бережно подходит к ребенку, безопасно подходит к ребенку. Боже, она делает это просто потрясающе, я вам скажу. И купирует ей приступ, ложась на ребенка, но не прижимая его тесно, просто дает ощущение, поскольку аутист дает ощущение и защиты, но в первую очередь дает ощущение тела. Потому что, когда начинается приступ аутиста, они не ощущают свое тело. Можете себе представить, какой бы испытывали тревогу до агрессии
до инстинкта самосохранения, если бы вдруг ваш мозг не чувствовал бы тело. Вот в этом и заключается приступ у аутистов. Она купирует их телесно, ложится на них, ставит свою мордочку, носик в ухо ребенку и дышит спокойно и ритмично со скоростью 60 ударов в минуту, чтобы ребенок успокоился. Так блокируется буквально за считанные минуты любой приступ, даже самый сложный аутистов. И потом, вот тоже пока мы говорили, я вспомнила, работая с несохранными детьми, ведь и Глебушка наш, и Стеша, и многие дети, первые слова, которые сказали, сказали «кошка». Да вы что? Да, первые слова, которые сказала, какая кошка. Первый раз, когда у нас появился на офисе кот Кекс, который живет теперь у моей дочери. Да, такие горненькие, черненькие. Да. Теперь вот тиша дать, будет, да, будет, да, он тихо. Да, хай буде тихо. Ми вже в ефірі його нарекли, так що, да, вже все, інших варіантів не може бути. Он также появился у нас на офисе. Все дети очень оживились, все дети очень... И первое слово сложного ребенка это был «о, кошка». Это были первые слова. То есть дети, ощущая и телесно, потому что кошку надо гладить, надо чувствовать границы, границы ее тела, границы своего тела. И так ребенок включает свою чувствительность. И вот реально на нашем офисе первые слова очень сложных детей несохранных были «кошка». Да, вот они, какие бывают дива от любови до тварин. Да. Але потом... все-таки при тому всьому є люди, які навіть хочуть шкоду причинити. Не те, що вони не люблять, байдужі, проходять собі, а вони кидають камінцями, в тому числі і діти. Як це можна пояснити? Чому, звідки ця ненависть? Тому що я думаю, якщо ти вже не просто байдужий до них, а якщо ти їх вже ненавидиш, в цьому є якась причина. Я думаю, що це люди чаще всього з очень болезненною нелюбовью внутрі себе. Возможно, перешедшие какие-то очень большие стрессы, очень большие... Не любовью, звичайно, людською, да, больше. Да, тобто, да, травмами, які нанесені людьми. Так они отзеркаливают свою травму, вот что со мной происходит. То есть они как бы пытаются ее отдать вовне, но она существует в первую очередь внутри них самих. Кстати, опять по исследованиям, именно домашние грызуны очень повышает самооценку. Боже мій, оці всякі суслики, муслики, да, і інші. Хорошо, а і добре, критичний варіант – ігуана. Що? Який це тотем? Що вона взагалі робить для людини? Не знаю, давайте розсуждати, яке качество і характеристики у ігуани. Вот не знала. Но это, скорее всего, животные, которые больше ты созерцаешь. Может, экзотичность, да, все-таки, может, какая-то, да, такая тоже особливость. Особенность, редкость, то есть индивидуальность, да? Да, да. Это приспосабливаемость, но все-таки... Ну да, я думаю, если жить в квартире ігуани, звичайно. Кстати, домашние животные... Те, которые живут в квартире, благодаря человеку, если они дают человеку больше ощущения физического мира, физического тела, то человек дает им ощущение духовности, душевности. И те животные, которые живут дома, они очень духовно развиваются тем даже, что мы их персонифицируем. Вот мы назвали сегодня это Тихон, да? Мы уже наделили его... Да, и мы же его даже не называем так абстрактно. Кись-кись-кись, там, ну, это до всех. Причем, помните наше рассуждение? Я говорю, что дети назвали его Батон. Да не, какой он Батон? Видно по нему, что он, ну, ему, ну, надо дать человеческое имя, правда? Ну, смотрите, сейчас ему жарко, он же распластался. У меня был дома кот, кошелек знаменитый. Он умел говорить слово «мама». Ну, наверное, даже врач-ветеринар говорил, что более человечного кота, который даже умер очень по-человечески, очень достойно, они еще не видели. Безусловно, что живя и неся нас в своем биополе, охраняя, бережут нас, любят нас, лечат нас, терапевтируют нас, что еще, много чего можно сказать. И охраняя, берегая нас, животное, безусловно, что
теж підіймаються. Да, так вони піднімаються, своє душевне состояние, своє духовне состояние. І навіть історія, яка случилась з собакою Саню у нас, яку ми лічили і спасали, хоча врачі говорили, що у нього 0,1% із 100, що вона вижив. Це був ваш великий подвиг. Да. Ради Сані, насправді. Але її подвиг, тому що вона хотіла лікуватись, вона хотіла бути, вона хотіла жити. Да. Я поняла, очень поняла всю эту историю с нашей собакой Саней, что действительно духовными существами делают животные мы люди. Правда. Настолько она изменилась и в повадках, и в мироощущении, настолько она изменилась. Ну, я не могу вам сказать, вот смотришь ей в глаза, и ты все понимаешь. Вот это и есть невербальное общение. Если еще говорить про лечение, то, безусловно, там есть и очень много исследований, когда кошка мурлыкает, она мурлыкает в диапазоне... Когда она лягает на хворое да, место. Да, да, да. Она мурлыкает в диапазоне, кстати, я запомнила, 4-16 Гц. Это и есть диапазон работы нашей иммунной системы. То есть она не просто забирает энергетически там, отрицательную энергию в виде какой-то там эмоции, там, например, злости, усталости, раздражения, а при этом частотой мурлыкания она активизирует вашу иммунную систему. Представляете? Ну, мені здається, що це дуже гарне завершення програми. На жаль, вона вже добігає до кінця. А ще хочу у фіналі сказати про останні дослідження, про те, що от ми весь час думаємо, що коти, вони такі, вони їм байдуже, вони звикають більше до квартири, а не до хазяїв. Так от, останні дослідження спростували цю теорію, і якраз вони свідчили, що науковці тиждень тримали котів без своїх хазяїв і дуже погано їх годували. І коли хазяїва прийшли, то коти перші не бігли їсти, а бігли до своїх хазяїв. Це значить, що вони все-таки люблять нас з вами. От вона передача про любов. Так, от вона передача про любов. Ну що ж, а я хочу попрощатися. До завтрашнього дня. І Тихона, на жаль, нам доведеться вже з цієї студії забрати додому до пані Галини. І всім кажу, любіть тварин, бо вони такі класні.